Друзья, всем привет! Показываю такой облачный майнинг, майнинг центр. Это новый облачный майнинг. На предстарте они дают свои мощности. Это 2500 ЭХС, SHA-256, 135 ЭХС скрипта и ETH SHA-25 ЭХС. Сервис работает на 5 языках: английский, русский, итальянский, испанский, португальский. Выберем русский язык. Смотрим здесь, что собой представляет сама компания, ее рентабельность, начисление средств, безопасность, отзывы о компании. И как видим, сам домен проплачен до 2029 года. Это очень радует. Для начала майнинга нам нужно нажать на вкладочку «Регистрация», придумать ваш логин, ввести ваш email, решить капчу, ввести пароль, также подтвердить пароль и нажать регистрации. После чего нам нужно перейти в логин, это знак V. Также вам придет письмо на почту. Нажимаем, вводим наш логин. Здесь пароль. Я не робот. И входим в личный кабинет. Вот так выглядит наш личный кабинет. Это наши все балансы. Для того, чтобы здесь покупать мощности, вам нужно сначала пополнить любой из депозитов. Вот Pair, Litecoin, VRG. Здесь вот так мы выберем Bitcoin Cash, например. И вот оно нам пишет минималку. Нам сюда нужно вводить, сколько мы возьмем, например, вот так, и сделать депозит. Система нам сразу же генерирует вот так кошелек, на который мы должны перевести ту сумму, которую указали. Помним также о транзакциях и о всем. Вот так копируем наш кошелек и переводим на него средства. Дальше переходим во вкладочку «Добыча». Здесь у нас будет вот так все по нулям. Сейчас я выставлю так, как должно быть при регистрации. И покажу, что нужно сделать. Вот. У нас будет все по нулях. Так вот, на добыче. И нам здесь нужно будет выбрать во всех трех вкладках мощностей, что мы хотим майнить. Я вот здесь выберу, например, Bitcoin SV первой вкладочке. Также здесь можно выбрать, что мы хотим купить. ЭХС, например, выбираем купить ЭХС. И вот здесь нам нужно будет ввести ту сумму, которую я показывал, нужно вводить на балансе. Дальше в скрипте мы также выставляем ту криптовалюту, которую мы хотим майнить. Я выберу VRG. И есть вкладочка ETH. Я здесь выберу Ethereum Classic. Вот так. Вот так мы запустили во всех трех вкладках наш майнинг. Дальше закупить мощности, я уже говорил. Это нужно пополнить на баланс. Потом вот здесь делать выбор. Дальше партнеры. Партнерская программа трех уровней. Вот здесь видим, вот здесь наша ссылочка для привлечения рефералов. Вот здесь мы копируем нашу ссылку. Также смотрим, есть промо материалы у нас. У кого есть свои блоги, сайты, кто хочет рекламировать. И также есть история. Это истории и пополнения средств, покупки и вывода средств. Регистрируйтесь, сервис отличный. Всем пока.